Сегодня 22 мая 2023 года, а вчера, 21 мая 2023 года, именно на этой территории ландшафтного заказника «Теплый стан» проводилось массовое мероприятие с розжигом мангалов, на которых готовились шашлыки. Пикниковую зону я показала. Там валяются угли. В процессе приготовления ломались ветки для розжига. Также, как я уже показала, была сорвана вся трава на этом участке. Здесь массовые мероприятия проводили посетители данного храма. В процессе общения выяснилось, что эта территория, со слов опять же этих посетителей, данная территория принадлежит не ОПТ, а отдана храму. В связи с этим возникает первый вопрос к Департаменту природы и пользования и Мосприроде. На каком основании был данный участок передан храму? И с учетом того, что здесь следы постоянные, то есть это уже не относится к стихийным точкам организации шашлыков, а это проходит на регулярной основе. Здесь стоял шатер, здесь сидели люди, играла музыка. А вот здесь был поставлен стол, здесь стоял мангал, а здесь стояло что-то наподобие буржуйки. Вот они, следы углей. Вот такое вот уничтожение заказника. О том, что здесь нельзя разводить, жарить шашлыки на мангалах, было сказано, что это не запрещено. И вытаптывать ничего не запрещено. Ну, наверное, и срывать траву тоже не запрещено. Вот хотелось бы получить, опять же, комментарии Департамента природопользования и Мосприроды, насколько законны действия данных посетителей. И все-таки, кому же принадлежит данный участок заказника? И вот там, кстати, стендик стоит. То, что нельзя делать. Но стендик стоит после этого участка. Значит, здесь, наверное, можно. Так думают посетители храма.